Место проведения тренировки долго выбирать не пришлось. Это один из самых больших районов города, Ленинский. В данном случае поселок Солнечный. Здесь с самого утра работают бригады коммунальщиков и спасателей. Последние помогают рабочим, пока те ликвидируют ЧП. По легенде, на одной из труб произошла авария, и тысячи местных жителей остались без отопления. Спасатели для выполнения работы, ну, например, необходимо можно будет помочь отрезать. Если в темное время суток выполняются работы, они устанавливают освещение, осветительные фонари или осветительную башню. Устанавливается модуль службы спасения, они его ставят для обогрева участников аварийных ситуаций и обеспечивается горячим питанием на все время проведения аварийных работ. Учения проводят не на каких-нибудь бутафорских металлоконструкциях, а на самом настоящем трубопроводе. Его как раз собирались к зиме менять. И хотя подобные происшествия в последние годы не случались, коммунальщики все же решили провести масштабное учение, чтобы и вовсе не потерять сноровку. Так что специалисты обещают, что без горячей воды этой, по крайней мере, этой зимой город не останется.